Всем привет, ребята! С вами Лёмыч, Лёма и Алима. И у меня для вас очень важное объявление. Скорее всего, я поменяю свое направление в видосиках. Теперь я буду пробовать, тестировать, смотреть, получается, еду. И сегодня я вам хочу сделать обзор на шоколадку Озёра, как считать, как хотите, не знаю. Но я всегда раньше считала, что Озёра. Но в итоге кажется правильнее Озёра. Потому что потом расскажу почему. В общем-то, это шоколад. Наверное, вы его многие видели. Я его ела из видео. Он очень вкусный. И правда очень хороший. При этом изготавливается он в России. И, кстати, для тех, кто спрашивает, почему Озёра, изготавливается он в городах Озёра. Не знаю, как точно. Но сегодня мы будем пробовать шоколад Озёра, шоколад Фактори, Каринеро Супериор, мощный и сбалансированный. Получается, это очень горький шоколад. Тут получается 97% и 7% какао, да. Что я могу сказать? Мне это вообще шоколад подарил мой массажист, потому что у него есть этот шоколад. А мне он понравился очень, кстати. Нигде у меня нету. Лично. Ну, вот такой вот в обертке. Целая вот пачка такая получается. Вот такая золотая какая-то штука. Тут лейблы. Ну, получается, состав. Давайте я прочитаю вам состав. Горький шоколад. Состав: тертое какао, какао-порошок, сахар, эмульгараторы, соевый лецитин, Е476, ароматизатор. Возможно, наличие незначительного количества орехов, арахиса и молочных продуктов. Остальное я не буду читать, потому что особо вдаваться в подробности. Я считаю, вы можете сами, ну, допустим, остановив на паузе прошлый кадр, или же просто купить этот шоколад, сами почитайте. И, кстати, на пример я взяла вот такой вот рахатовский шоколад. Какао процентов где-то 62, кажется. И вот его считают уже более горьким. А вот это супер горький. Я горький шоколад не пробовала. Я уже пробовала, кстати, да. Давайте же откроем, что ли. Кстати, любите какой вы шоколад? Горький, сладкий или просто обычный? Открываю эту пачку. Немножко волнительно. Так, чуть не открывается. Ножницами. Давайте я ножницы возьму. У меня тут, кажется, рядом они. Давай ножницы канцелярские. Ладно. Это чисто моя пачка. Давайте все полностью откроем. Типа пленку сниму. Полностью так. Что-то тут какая-то золотая штука. Ладно. Очень странная вещь, честно говоря. Здесь вот эта штука. Непонятно, что. Кстати, заметили, тут какие-то китайские или японские иероглифы, но кажется, китайские получается. Я разбираю эти иероглифы, конечно, но берем, получается. Так, здесь она уже выглядит, конечно же, поярче, получше. Все такая золотая, крутая. Асма. Ну что ж, давайте открывать. Откуда нам надо открывать? Буду отсюда. Или что это? Так, тут какой-то слой скотча. Ну, наверное, ладно, откроем сверху или... Странно, а сверху открывать, кажется, невозможно. Поэтому, скорее всего, снизу придется открывать. Сейчас откроем. Оперативненько. Вот. Макси, получается, скотч убираем везде. А, смотрите, оно как-то тянется, получается. А, вот как это выглядит, точно. А, смотрите, тут какая-то... Что-то тут написано, я не знаю, что тут написано. Milk и Orange, 58%. Погодите, что? Почему тут разный? Вкусы. Ну ладно.
Что же, давайте попробуем. Одну. Вот смотрите, как выглядит она внутри. Тут название получается. Проценты какао снова указаны. Фокусируйся. Фокус он не камера. Вот. Получается, тут золотая обертка. Вот такие. Их лейбл много раз. Ну что ж, давайте попробуем его открыть. Не знаю, что с ним делать. Видимо, отрывать придется. О, да. Ладно, все, отрываем. Вот. Теперь вот такая золотая обертка. Собственно, сам шоколад. Посмотрите, он особо... Давайте опять сравним с рахатовским. Это я, если что, от плитки его отрываю. Получается, он такой квадратный, как кубик, короче, такой вот. Твердый, прям даже, знаете, как, не знаю, птичье молоко какое-то. А тут, ну, прям форма какая-то другая. Давайте я попробую его откусить. Так, давайте. Ой, она очень твердая. Я откусила, она очень твердая. И очень много какао вот такой вот сыпется. Ну, собственно, как и полагалось, очень горько. Реально очень горько. Давайте попробуем полностью его в рот. Что-то очень горькое. Сладкого в этом шоколаде вообще нету. Даже немножко с кислинкой. В общем-то, серьезно, очень горький шоколад. И вот сравнение сейчас. Я себе вот этот 62% рахатовский шоколад. Озером и рахат. Посмотрим. Он, конечно, более легче ломается. Никак не сыпется. Но сейчас посмотрим с этим. Он безумно сладкий. Хотя, по сути, это не такой уж сладкий шоколад. Даже можно его считать горьким. Даже, не знаю, этот шоколад очень горький. А сколько у нас? Сейчас посчитаю. У нас 12 штук. Мы съели одну, получается. Осталось 11. Что я могу сказать? Сказать я могу то, что очень горький шоколад. Прямо очень. Знаете, такой прям как какао твердое. Но мне такой шоколад нравится. Кому как. Я считаю, я советую этот шоколад, потому что он очень вкусный для меня. Лично, ну, не знаю, как у вас, но для меня он очень вкусный, по-честному. Ой, что это такое? Что? Что это такое было? Странно. Внутри. Ну, ладно. Почему говорю? Что же? В общем-то, он очень горький, как твердое какао. Он даже с кислинкой.
Мне нравится. Мне реально нравится. Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых каких-то обзорчиков. Возможно, я сниму, кстати, про вкусы воды Асу. Так что ждите.